Что же будет? Будет борьба. Борьба за жителей России. Нельзя уничтожить, но отморозки стараются. Что сегодня делается? Неимоверный рост цен на все. Все типа стараются, все типа говорят, но цены как росли, так и не останавливаются. Понятие кризиса у одной нации и почему-то властная ненависть к коммунизму. Хотя все оттуда, все, кто при власти, так они были коммунистами. Или что-то поменялось? Нет, рыба гниет с головы. Почему за воровство сумма недостаточная и человек не сидит? Есть же Китай. Там за воровство смертная казнь. Вся сумма имеется в виду. Вся сумма с тещи, жены, братьев и детей государству. Почему там люди работают? Платят в два раза больше. Ценники то в три раза меньше. Медицина от винта. Нам говорят, государство в топе, а народ в жопе. Мелкий бизнес ушатали в 100 раз. Врачи станут круче через 20 лет. Врачи начинают с 45 годков. Опытные. Что же касается ума, то ум — это не телевизионная раскрутка. Я как специалист могу раскрутить любого. Ум есть, и такие, их мало, но они-то есть тоже. Умы развернули весь сраный бизнес Европы и Америки. Там, конечно, проще, но до медицины не дошли. Но есть медицина от топа, а это Куба, Китай и все, где есть чудо в Конституции. Там все в порядке. Убрав голову, а это 25 тысяч человек, да пусть валят, вас там съедят. Раскрутка будет. Это меньше сотой доли процента. Она нам не нужна, нам нужно счастье. Счастье в чем? В будущем, чтобы была перспектива, а ее нет. Жить без перспективы в атмосфере холода и отмороженности в лице той гниющей головы сложно. Поэтому выборы. И самое главное, что при всем наличии, наличие нецензурируемости отсутствует. Сказки про 100-метровый коттедж. Типа, смотрите, уворовал. Но я не ворую, а мог бы сделать в 4 раза больше. Но глиобластома сожрала мой бюджет. И это без воровства. Мы-то знаем случай экономии. На себе, естественно. Вот к чему проблемы. Мы умеем экономия считать. Есть люди с мозгами, не раскрученные на ТВ. Они есть. Есть, вот для них в марте нужно нам дать жизнь, раскрутив выборы в стороны человеков.